Так, так. Если через 3 секунды кто-то не подключится, все, раз. Раз. Да можно тихо. Раз, два, три. Поехали. Get ready. Давай. Хорошо. Так, а давай. Надо молча отвечать? Можно... Новогодний фильм? Ты серьезно? Да. Можно потише, чтобы я могла вам прочитать вопросы, если что? О! Алиса. Алиса, молчать! Алиса, молчать! Подожди, что надо сделать? Алиса, молчи! Так, сколько у нас ответов? Подождите. Вам нужно быстро отвечать. Да, 5 частей, один дома. Кто выиграл? А, 5 частей, один дома. Я тоже думала 3, но я не успела. Я думал 2 выиграла. Сейчас мы посмотрим. Танюша ответила правильно, Василий ответил правильно. Василий! А потому что там, смотрите, там дается время от 10 до 20 секунд. Давай. Следующий вопрос. Сколько частей у фильма «Елки»? Ёлки-палки. Ёлки-палки. Их много. Ну, надеюсь. Блин. Опять нет. Чего? Сколько? 9. Там реально у них много. Там еще какие-то дополнительные вышли. Так, что ж, никто не угадал. Из какого фильма этот кадр сейчас? Ну, это будет сейчас... Что? А будьте правильно отвечайте. Тут есть подвох в ответах. Я не успела. Неужели только один человек ответил правильно? Ирония судьбы или с Лёхой? Я правильно ответила. Нет, ирония судьбы это... Ты правильно ответила, да. Только нет. У нас только один правильный ответ. Это ты ответила правильно. Я ответила правильно. Мама, у тебя красный? У тебя красный? Да. Почему я ответила? Не успела. Потому что на полностью, да, с иронией судьбы или с Лёхой. Да, я знаю, я нажала. У тебя какой, зелененький? Да. А у тебя? А у вас зелененький? А, странно, у наверное. У тебя красненький, а у нее зелененький. Значит, она правильно ответила. Свободная. Все, Ханна, вперед, вперед. Все нормально, ты правильно ответила. Вперед. Вот, Алена тут правильно пишет, ответила. Нормально. Что у вас дальше? Так. Ну, что я... Дабл поинтс! Так, как звали жену этого героя? Которая осталась в Москве. Какого? Ох, ё! Это очень сложный вопрос, это надо вспомнить. Я не помню. Не знаю, пусть будет так. Галя. Так, двое человек. Галюша. Мамуся. Ну, я думал, между Надей и Галей, на самом деле. Я ответил. Катюша, вы ответили правильно. Да? Я отвечала правильно на прошлый вопрос. Не грусти, все. Дабл поинтс, дабл поинтс. Ребята, смотрим вопрос. Какая улица оказалась одинаковой в двух городах? Но это сейчас будет... Третья, первая... Пусть будет так. Не знаю. Не знаю. О, почти все ответили правильно. Третья улица строителей. Ты что, подсматриваешь, что ли? Я Надя-то откуда вообще это самое? Алёна ждёт. Откуда? В какой век попали герои фильма «Иван Васильевич меняет профессию»? Нет, вот это пожалуйста. Так, какой там? Йо! Ну ладно. Не когда нет. Иван Грозный был или кто я там? Я неправильно ответила. Я... Синенький, но я тоже неправильно ответила. Не знаю, пусть будет так. О, да ладно! 16 век, кстати, у вас. Чисто рандом. Чисто рандом. Наконец-то. Василий, ты подсматриваешь у меня? Так, ребята... Так, вы чего? Седьмой вопрос. Какую песенку поют Зайцы и Волк в новогоднем выпуске? Ну, погоди. Сейчас там будет кадр где? Зайцы и Волк. Зайцы и Волк. Какую песенку пели эти прекрасные зверушки? Расскажи, Снегу. Я что-то не перепутал. Песня, милая, как дела? Все нет, один человек. Василий, у меня ответил. Так, тихо. Дабл поинтс. Какое ученое звание было у папы дяди Федора? Доцент, профессор, академик, кандидат наук. Не знаю. А я не знаю. Я тоже не знаю. Ну пусть будет. Лиза, смотри.
Вот так, пусть будет так, я верю. Нет, я академик, кто единственный? Мама! Да, я часто смотрю Простоквашино, между прочим. Мама вырывается, опережает всех. Летит на всех пора. По мнению почтальона Печкина, из зимы в Простоквашино главное украшение стола эту. О, ты забыла. Какое? Почтальон Печкин? Телевизор? Ёлка? Ой. Ну, конечно же, велосипед, как что-то другое. Телевизор, конечно. Да, там был кадр. Так, что ж. Мамину позицию очень сложно сдвинуть, огонёкчик. Кто не лепил из теста шарик в мультфильме «Зима в Простоквашино»? Кто не лепил? Быстро, отвечаем быстро, тут мало секунд. Не лепил. Пусть будет так, без понятия, я не уверен. Вы помните эти кадры? Ну, да. Колбаса, только один правильный ответ реально не лепил. Кто ответил колбаса? Танюша? О, вы молодцы. Я просто не успеваю. Не успеваю гуглить. Да. Дабл поинт. Какой из 12 месяцев первым высказывает... Ну, короче, вы поняли. Сейчас подождите. Doesn't even know. Ты не успеешь загуглить. Ой, я что-то не успею. Нет, подожди, я вышла куда-то. Подождите, я вышла. Почему? Нет, у тебя... Подожди, апрель! Тут-то-то-то-то мы ждём. Апрель, я тоже думала апрель. Ну, я вышла. А зачем? Я не знаю, что-то сделала не то. Ой-ей. Thanks. Закладки. Блин, я думала апрель. Неправильно, я думала апрель. Витя, ты угадал?